30 ноября казанскому «Зениту» предстоит встретиться с «Шахтером». Команда из Беларуси дебютировала в российской суперлиге лишь в прошлом году, но не совсем удачно. Так, в последнем матче с «Зенитом» белорусы уступили хозяевам площадки со счетом 0-3. Однако в новом сезоне волейболисты из Солигорска намерены показать совершенно другие результаты. Настрой боевой, по-любому никому не собираемся уступать, будем биться до последнего. Соперник очень сильный, будем стараться где-то использовать свое лучшее качество. Будет сложно что-то противопоставить, но сдаваться не будем. В команде соперника перемены. Экс-наставник казанских волейболистов Виктор Сидельников сосредоточился на сборной и теперь не является тренером «Шахтера». Зато в составе играет четверо сборников: Дмитрий Жегздрин, Максим Морозов, Вячеслав Черепович, самый молодой игрок сборной, и Павел Авдоченко, который хочет попробовать себя в составе российских команд и готовится менять белорусское гражданство на российское. Нам нужно готовиться к каждой команде только на победу. Ситуация, в которой, в принципе, мы находимся, проиграли там несколько важных матчей, вот, поэтому должны от матча к матчу прибавлять, поэтому, ну, несмотря на какой там будет завтра соперник, сыграем и выиграем. «Зенит» Казани, «Шахтер» сразятся в субботу, 30 ноября, в 15:30. Приходи в Центр волейбола Санкт-Петербург и узнай, кто уйдет с площадки победителем. Билеты на матчи казанского «Зенита» доступны на нашем сайте. Выбирайте матч, место и приходите на игры «Зенит-Казань».